друзья, всем привет. Напишите, пожалуйста, в чате, как хорошо вы меня слышите. Не буду спрашивать, как хорошо вы меня видите. Вот, но вот мне важно, чтобы вы мне написали, вам слышно меня, поставьте плюсик или какую-то оценочку, чтобы я понимала, слышно, не слышно. Слышно отлично. Ну что ж, будет, наверное, немножко эхо, потому что офис уже пустой. Вот, шуметь здесь некому, и я сегодня остаюсь вот после работы. Мы делаем небольшой эксперимент, и я немного вам расскажу об этом эксперименте, потому что мы рассчитываем на вечернее максимальное количество подключений. Но то, что вижу я сейчас из количества участников, то в принципе мы будем пробовать экспериментировать, искать подходящее время, хотя я понимаю, что сейчас вечер, вы все дома, ваши семьи ждут вкусный ужин, и навряд ли вам захочется слышать Дроздову во время принятия еды. Но тем не менее, сегодня мы с вами будем говорить о том, что у нас появился новый тренинг. Я бы сказала, даже не новый, он обновленный. Это Академия красоты, уход за кожей лица, где буквально все серии поместили, наконец-то слили воедино, в единый шаблон, и поэтому именно сегодня мы будем говорить. В этой Академии нет дополнительных продуктов, но я уверена, что мы еще о дополнительных продуктах, о дополнительном уходе будем разговаривать. Ну, а пока ближайший час мы с вами проведем, может быть и меньше, мы проведем вот в таком вот интересном совместном общении. Именно продвинутый уровень Академии красоты включает в себя информацию об интенсивном уходе. Мы с вами прекрасно знаем, что есть базовый уход, куда входит коллекция Love Nature. Это недорогой дизайн упаковки, это природные натуральные экстракты, в большинстве случаев дары Швеции, которых этой серии легко обучить правильному уходу, легко познакомить с первыми кремами. Это серия для молодой аудитории. Но если мы говорим о сериях другого формата, то они, конечно, уже появляются потом. Ну, например, природный уход – это коллекция Эко-бьюти, которую мы можем рекомендовать с 20-25 лет, где важно для женщины забота о природе и абсолютно вот эти вот все самые интересные моменты, что серия практически на 100% натуральная, она натуральная на 95% и содержит 5% органических питательных элементов, необходимых для кожи. Мы можем говорить с вами об основном уходе, это коллекция Optimals. И здесь, ну, тоже уже с 20 лет мы можем ее рекомендовать, потому как эта серия подходит уже или разделена по разным типам кожи. Только единственная Optimals Age Revive, красненькие упаковки, рекомендована в возрасте после 35 лет. Но интенсивный уход – это не всем женщинам, это тем женщинам, которые смотрят на себя в зеркало, видят себя, видят какие-то изменения на коже, хотят бороться с этими изменениями, хотят выглядеть лучше, хотят выглядеть моложе. И вот интенсивный уход – это индивидуальное решение особенностей кожи. Эти решения, вернее, индивидуальные особенности, они связаны с разными факторами. И экология, и жизнь в мегаполисе, и неправильный уход, и возраст, и генетическое старение организма. Но, тем не менее, именно интенсивный уход дает возможность нам с вами говорить о серии NovAge, говорить о стволовых клетках растений, говорить о тех видимых изменениях на коже, которые женщина замечает. И поэтому говорить мы будем, конечно же, о бренде NovAge. Почему он появился? Я напомню о том, что на самом деле для того, чтобы родилась эта серия, у нас была беспрецедентная
большое, максимальное глобальное исследование, в котором принимали участие эксперты в косметологии, дерматологи, косметологи. Это исследование проводилось и оценивалось независимой группой экспертов и врачей. И на самом деле при исследовании, а исследовали 100 женщин, было выявлено 23 признака старения. Эти признаки старения, конечно же, специалисты Oriflame классифицировали и объединили в 12, но тем не менее именно это беспрецедентное исследование AgeReflect дало возможность нашим ученым с Института исследования кожи обратить взор на стволовые клетки растений. Это исследование проходило давно, потому как первая серия с стволовыми клетками растений, серия коллаген, появилась в конце 2015 года. И сегодня уже, в 2018 году, мы с вами смело используем NovAge весь арсенал красоты для того, чтобы бороться с какими-то изменениями кожи. И на самом деле, для того, чтобы получить максимальный эффект, именно одна серия, несколько баночек, как правило, их 5, дают возможность нам решить огромное количество своих интересных особенностей. И вот эта вот формула очень важная, что 4 простых шага – очищение, уход за кожей вокруг глаз, активация, основной уход – они не займут так много времени. Они требуют всего лишь вашего внимания только утром и вечером, но дают потрясающий результат. В 7 раз эффективнее, чем использование одного средства или просто мицеллярной воды, или просто одного какого-то универсального крема. Поэтому для того, чтобы увидеть эффект, для того, чтобы получить результат, конечно же, рекомендовано пользоваться всей серией. И именно по этой причине, по рекомендациям экспертов, наших глобальных экспертов, вся коллекция NovAge представлена непосредственно в наборах. Ну и первая серия, о которой я хотела бы с вами поговорить, это как серия NovAge Bright Sublime, которая помогает нам бороться с такой особенностью кожи, как пигментация. Немного поговорим о пигментации. Почему? Потому что на самом деле сегодня пигментация кожи подвержена даже 20-летней девочке. Почему? Потому что немного у нас смещается климат, он у нас становится более тропическим, у нас более короткая зима и очень долгое лето, у нас летом становится все больше, все жарче и жарче. Каждый год на 1 градус повышается температура. И на самом деле не всегда есть возможность максимально защитить свою кожу от солнечных лучей, а ведь это враг номер один для молодости и красоты кожи. И поэтому для того, чтобы ликвидировать, предотвратить мы с вами можем, используя высокий фактор солнцезащитных средств в косметических непосредственно своей коже. А вот если уже появилась пигментация, что делать с ней? Есть еще одна особенность кожи, когда, особенно, например, в период менопаузы, да, когда клеточки начинают засыпать и более интенсивно начинают работать меланоциты, тогда становится больше пигмента, это называется возрастная гиперпигментация. Здесь тоже мы можем рекомендовать пройти курсом непосредственно такой серии, как NovAge Bright Sublime. Я хотела бы напомнить еще один очень важный момент, что на самом деле пигментным пятнышком или образованию, вебинар без видео, для того, чтобы не смещать акцент с информацией. У вас есть слайды, у вас есть мой голос, и я просто прошу вас обратить внимание непосредственно на то, что происходит сейчас на экране. Самое главное, что есть звук, это самое главное. Итак, есть еще один вариант, почему у нас появляется пигментация, потому что кроме причины недостаточной защиты от солнца, кроме причины возрастных изменений в женском организме, есть еще одна причина, которая кроется вообще в подростковом возрасте. И, милые дамы, если сегодня у вас где-то
Есть детки, которые являются, находятся в подростковом периоде. Это возраст там 12 лет, 13, 14, 15. И если вы понимаете, что у вашего ребенка кожа становится проблемная, больше становится угревых высыпаний, пожалуйста, обращайте внимание на вот эту вот особенность. Почему? Потому что, не решив вопрос с угревыми высыпаниями, вы даете возможность своему подростку в более зрелом возрасте получить пигментацию. Ведь каждый в подростковом возрасте выдавленный прыщик, некачественно выдавленный прыщик, может быть причиной появления пигментного пятна в возрасте после 25-30 лет. Поэтому один из важных акцентов – это здоровье кожи, это молодость кожи и вот те причины, которые у нас появляются. Поэтому серия NovAge Bright Sublime – это идеальное решение. Причем решение, которое целенаправленно, да, с единой целью выровнять тон лица, бороться с пигментацией, обладает осветляющим действием, максимально комфортно, скажем так, тормозит активность клеточек меланоцитов. Я не буду сейчас перед вами или там включать видео, рисовать кожу, я думаю, что мы в следующем году пройдем по всей Украине курс вообще, как работают клетки в коже, но я хотела бы вам сейчас сказать о том, что наша кожа, вы все прекрасно знаете, состоит из трех слоев. И самый верхний слой – это эпидермис. И границы между эпидермисом и дермой – это базальная мембрана. Именно на ней сидят клеточки-меланоциты, которые выбрасывают пигмент меланин. А меланин дает окрас нашей коже, нашим волосам, нашей радужной оболочке глаз. И вот в том случае, когда меланоциты начинают интенсивно выбрасывать пигмент меланин, неравномерно, какие-то выбрасывают, а какие-то нет, у нас появляются пигментные пятнышки. И должно быть такое косметическое средство, которое максимально, вот просто максимально замедлит работу меланоцитов, тех, которые просто вот в истерическом состоянии выбрасывают пигмент меланин. И вот коллекции, технология MultiBright, именно она целенаправленно воздействует на меланоциты, замедляя выработку меланина в коже. Именно на те клеточки, которые очень сильно активно работают. Ну и, конечно же, мы не хотим, чтобы серия просто решала эту проблему. Почему? Потому что мы заявляем, что коллекция NovAge содержит стволовые клетки растений, и это очень важно. И поэтому в данной серии экстракт стволовых клеток гординии, он еще и обладает особенностью защищать кожу от образования морщин. То есть способствует синтезу коллагеновых волокон для того, чтобы морщинок было меньше в коже, и это тоже один из самых важных факторов. Клинически доказано, что после использования абсолютно всей серии вот эти 5 волшебных продуктов пигментация сокращается на 50%. Это очень важно. Это не значит, что у вас лицо станет, половина лица станет светлая, половина не изменится. Это значит, что все пигментные пятнышки станут светлее на 50%. То есть практически, в принципе, в половину выровняется. Если пигментные пятнышки имеют разный тон, это очень большая редкость, но тем не менее, или они маленькие, некоторые могут исчезнуть вообще. И поэтому коллекция Bright Sublime непосредственно направлена на решение проблемы пигментации. И отдельно хотела бы добавить еще те простые шаги, которые здесь есть. Я уже об этом говорила, что всего лишь 5 средств, всего лишь 2 минуты нашего драгоценного времени, и мы получаем красивую, здоровую, сияющую кожу. Мало того, у коллекции Bright Sublime есть еще, у NovAge Bright Sublime, есть еще одна функция. Не просто бороться с пигментацией, а выравнивать тон. Вот я об этом говорила, но я еще раз повторю. Выравнивает тон. И чем старше женщина, тем кожа становится более тусклая. А нам хочется сияющей. И я абсолютно согласна со Светланой, которая написала в чате, что и тон выравнивает, и безумно комфортно. И если говорить абсолютно обо всех продуктах, то
я хотела бы немножечко о ней пройти, тем более, что шаг первый очищения включен абсолютно во все серии Novage. Вы помните, что мы сделали Smart очищающее средство. Smart в переводе с английского умный. Умное очищение, которое содержит в себе и очищение, и тонизирование. Другими словами, что это очищающий гель-тоник для умывания, который обеспечивает, во-первых, экономию времени, во-вторых, отсутствие ватных дисков, в-третьих, приятное, комфортное умывание. И сегодня вот согласно огромному количеству социологических исследований установлено, что 70% женщин привыкли умываться. Даже те женщины, которые очищают кожу молочком очищающим, все равно споласкивают кожу водой. И поэтому на самом деле это один из таких вот важных моментов, что очищающий гель и тоник совместно вот объединили в такую процедуру очищения. Легко смывать, безумно комфортно, не нужно тратить много времени, просто идеальный вариант для очищающего средства. Шаг второй – уход за кожей вокруг глаз. Вот здесь вот скажу, что на самом деле очень редко в зоне вокруг глаз есть пигментные пятнышки. Есть витилиго, белые пятнышки, но это никак не связано с работой меланоцитов, это связано, это есть какие-то другие проблемы, как в дерматологии, так и в общем состоянии организма. Но тем не менее, и вот в данном случае скажу, что здесь осветление кожи, вот процент коллекции вот технологии MultiBright, да, осветляющей технологии меньше, но выше процент стволовых клеток экстракта гордении. Почему? Потому что именно эта зона очень сильно деликатная, она требует внимания, в ней появляются раньше всего морщинки, и поэтому очень важно, чтобы крем для кожи вокруг глаз у нас был как утром, так и вечером, это возможность держать в хорошем состоянии нашу кожу. И есть еще один очень важный момент. Я вам скажу, что это не открытие для меня, потому что я отношусь к категории тех женщин, у которых изначально, до знакомства с Oriflame, привычка ухаживать за кожей была связана с семьей. В плане, что было у моей мамы, тем пользовалась и я. И на самом деле это неправильно. И я скажу, что вот в информационном, вот в том большом информационном шуме, в котором мы находимся с вами, и среди социальных сетей, всевозможных мессенджеров и так далее, никто не знает о том, как правильно ухаживать. И никто не знает, что крем для век нужен как утром и вечером. И каждой третьей женщине в Украине, друзья мои, каждой третьей нет крема для век. И это на самом деле большая беда. И точно так же я не зря сказала, что я не исключение, потому что до прихода в Oriflame я не знала, что такое крем для век, потому что его у моей мамы не было. И сейчас я могу смело говорить о том, что крем для век должен стоять на каждом туалетном столике, в каждой ванной, перед каждым зеркалом, у каждой женщины, потому что это возможность подарить молодость своим глазам. Молодость своим глазам – это один из важных моментов, и я на него обращаю наше с вами внимание. Шаг третий – активация, это использование сывороток, и я скажу, что есть исследования, это и научные исследования, они не сделаны специалистами Oriflame, они сделаны в Великобритании, что ученые установили, что женщина, которая использует в своем постоянном ежедневном уходе сыворотку, всегда априори моложе на 7 лет. Всегда априори моложе на 7 лет. И поэтому сыворотка в нашем повседневной жизни должна быть как утром, так и вечером. Утром под дневной крем, а вечером под ночной. Сыворотка всегда должна закрываться кремами, вашим основным уходом, о котором я потом буду говорить. Но я напомню о том, что сыворотка – это водная текстура, это легкое, быстрое впитывание кожей, что одного дозатора, нажатия на дозатор достаточно, чтобы распределить по всему лицу и по нижней части лица.
что в сыворотке собрано максимальное количество полезных компонентов непосредственно для кожи. Я об этом всегда говорю, и поэтому очень важный момент обращаю внимание именно здесь. На вопросы вы пишите в чате вопросы, если вы на них получите ответ, хорошо, нет, я в конце вебинара вернусь ко всем вопросам, и мы с вами на них еще и о них поговорим. И шаг четвертый – основной уход. И к основному уходу это всегда использование дневного и ночного крема. И если мы боремся с пигментацией, то, друзья мои, поверьте, одного продукта будет недостаточно. Должны быть все продукты в одной линейке, которые помогают решить ту или иную проблему. И вот в основном уходе дневной крем в коллекции Novage Bright Sublime, он содержит солнцезащитный фактор SPF 20, что очень важно. И помните, что все осветляющие процедуры мы делаем во время минимальной активности солнца. И второй очень важный момент, на который я обращаю внимание, это использование ночного крема, что нужно ухаживать за кожей как утром, так и вечером, защищать ее, питать, наполнять витаминами, восстанавливать. Это важные шаги, непосредственно, которые просто необходимы. Есть еще тот информационный минимум, который вы должны знать. И никто не говорит, что вы должны всем все рассказывать, но минимум должен быть. Например, что на самом деле есть исследование. И это исследование установлено, что если у женщины на коже есть пигментные пятна, то она всегда выглядит старше. Выглядит старше в среднем на 5 лет. На 2, на 3, на 5 в среднем. Вот, что благодаря нашей серии, в серии Bright Sublime мы решаем пигментацию на 50%. Заявлено на 50%, это действительно очень важно. Что есть вещи, которые помогают, это технологии. Есть технология Multi Bright, которая воздействует непосредственно на клеточки меланоциты, а есть отдельно стволовые клетки гордении, которые укрепляют коллагеновые волокна и защищают кожу от образования морщин. Что всего лишь 4 простых шага, но уже не 6 продуктов, а 5 продуктов, которые дают возможность нам решать особенности, которые не всегда лицеприятны. Это очень важно. И я уже говорила о том, что использование набора – это в 7 раз эффективнее, чем наше привычное очищение или наш привычный уход. Вторая серия, о которой я сегодня буду говорить, я буду говорить о серии Novage True Perfection. Причем скажу, что на самом деле не зря говорят о волшебстве преображения кожи. Почему? Потому что если есть особенности такие, как уставшее, тусклое лицо, что кожа потеряла сияние, а ведь на самом деле сияние равно здоровье, это формула для кожи лица. Сияющая кожа, значит она здоровая. Это правильно. Но если вдруг вы этого не замечаете, то для этого есть замечательная решение. Почему мы обращаем внимание на серию Novage True Perfection? Потому что особенно в молодом возрасте, как после 20, 25, может быть в 23, плюс-минус 2-3 года роли не играет. Почему в этом возрасте на самом деле уже появляются расширенные поры, кожа начинает становиться более сухой, мы чувствуем ее, неровность, она немножечко начинает шелушиться и так далее. Потому что есть масса причин. Учеными установлено, что есть как минимум 4 причины, которые вызывают это первые признаки преждевременного старения. И об этих 4 причинах важно сказать. Почему? Потому что на самом деле первая причина – это стресс. Да, мы все с вами находимся в стрессе, абсолютно все, но есть явное правильное решение избавиться от стресса – это хорошо, крепко спать, как минимум 8 часов, и окружить себя теми людьми, какими вы хотите. Но в молодом возрасте крепко спать точно не получается. И поэтому сегодня современная девушка, она может после работы, после своей удачной, успешной карьеры все равно встретиться с подружками, все
все равно пойти в на какую-то вечеринку, вернуться утром. И вот эти вот недосыпы, они, конечно, приводят к тому, что кожа становится тусклой. Вторая причина – это все-таки плохие вредные привычки. И к ним относятся как прием алкоголя, иногда он бывает чрезмерным, так и курение. И все это вызывает, конечно же, тусклость кожи. Третья причина – это неправильное питание. Но согласитесь, когда в молодом возрасте, вот мой сын, да, ему недавно было 24 года, и он... Не могу сказать, что он приверженец здоровой еды, потому что иногда я могу увидеть и колу, я могу увидеть и чипсы, все что угодно. И на самом деле это как бы не совсем комфортно, и молодежь не всегда понимает, что они думают, что у них запас времени, что они все успеют восстановить кожу, и, возможно, есть какие-то чудодейственные таблетки или какие-то чудодейственные уколы красоты. Все это хорошо, но если мы начинаем с раннего возраста правильно ухаживать за кожей, бороться с теми видимыми изменениями преждевременного старения, то это гарантия, что в 80 мы будем выглядеть на 50, что в 80 лет мы будем выглядеть гораздо моложе своих подружек. И поэтому серия Novage True Perfection, которую мы можем сегодня рекомендовать и гарантировать всем, дает потрясающий результат, в 11 раз более сияющая кожа. На 83% она более увлажненная за счет двух важных компонентов. Это экстракт персидской шелковой акации и стволовые клетки ягод асаи. И говоря об этих продуктах, я, конечно же, хотела бы, вот они у нас, современный темп жизни, причины, которые у нас стареют, я об этом, конечно же, обо всем говорила. Вот, но я хотела бы вернуться все-таки к экстрактам. Почему? Потому что экстракт персидской шелковой акации, например, но на сегодняшний момент мы подали заявку на патент. Вот, и хочу сказать, что мы ждем патент на этот момент, на эту формулу. Вот, но у нее, у этого экстракта замечательное средство. Почему? Потому что замечательные силы. Персидская шелковая акация богата витамином, минеральным составом. И она обеспечивает очень хороший обмен, регенерацию клеток. Вот клеточное обновление не только на уровне эпидермиса, но даже немножечко глубже. И на самом деле вот это вот дыхание клеток, да, живых клеток, дает возможность получить хороший результат. Ну и еще один важный момент – это стволовые клетки ягод асаи. Скажу, что, ага, вот у нас как воздействует экстракт персидской шелковой акации, то есть наполняет кожу, дарит цвет лица, предотвращает появление возрастных признаков, первых признаков старения кожи преждевременного. А вот стволовые клетки ягод асаи, они как раз борются с теми первыми образовавшимися морщинками. И на самом деле, когда мы говорим или спрашиваем, вот даже спросите у своих родных и близких, просто спросите и скажите, что когда ты первый раз заметила у себя на лице морщинку? И на самом деле любая женщина, она будет затрудняться с ответом, потому что, как правило, мы обращаем на морщинку внимание, когда она уже мимическая, а потом она становится глубокая. Но ведь в возрасте после 20 мимических-то еще очень мало, в зоне вокруг глаз, да. Так вот здесь вот скажу, что на самом деле первые-то морщинки – это те самые первые полосочки, которые появляются на коже за счет налипших мертвых клеточек эпидермиса. И эти полосочки не всегда девочка замечает. Она думает, что все пройдет, все хорошо. А на самом деле эти морщинки, полосочки становятся мимическими морщинками, а потом они становятся глубокими. И вот на самом деле один из таких вот в общепринятых антиоксидантов, это и в мире кулинарии ягода асаи, это отличные антиоксиданты. И в мире косметологии это мощнейшая антиоксидантная защита, это защита кожи от разрушительных факторов всевозможных, и солнечные лучи, это все вызвано вот действием свободных радикалов, да, и это возможность бороться с первыми теми полосочками, чтобы минимизировать образование мимических морщин, на которые, в принципе, которые мы тоже можем проигнорировать. И на самом деле
благодаря такой антиоксидантной защите разрушающее действие всех внешних факторов, оно достаточно максимально. То есть мы даем возможность нашей коже получить, каждую клеточку защитить, вот одеть как в шубку, непосредственно благодаря вот таким вот стволовым клеткам ягод асаи, для того, чтобы кожа не повреждалась. Ну и понятно, что мы знаем, что клинически доказано, что серия Novage True Perfection в 11 раз дарит больше сияния, на 83% более увлажненная, что она делает кожу мягкой, она делает кожу сияющей, она делает кожу ровной, она делает кожу красивой и комфортной. Самое важное, чтобы наши девочки это начали замечать. Вот увидели проблему, захотели ее решить, и они ее захотели решить не плотным цементом, тональным кремом, а захотели решить правильно подобранным косметическим уходом. И вот здесь вот нужна, конечно же, наша с вами помощь. Мы с вами продолжаем вот тот информационный минимум, который нужно знать непосредственно про серию Novage True Perfection. Что мы ее можем рекомендовать с 20 лет, можем рекомендовать раньше. Все зависит от той особенности, которую волнует девочку, вот именно от этого, что есть клинически подтвержденные результаты, это и сияние кожи, и увлажненность кожи, что возрастные изменения и разрушающие действия на клетки за счет негативного воздействия окружающей среды достаточно минимизируются, если мы комплексно подходим непосредственно к этой красоте. И помним, что 5 волшебных продуктов дают в 7 раз больше эффекта, когда вы используете все это в рамках одного набора или в рамках одной серии. Мы переходим с вами к серии, которая решает вопрос женщин, вопрос морщин, в принципе. Тут никуда не деться, морщинки они есть, они появляются, и на самом деле это не только первые морщинки, это глубокие морщины, они тоже есть, и у многих женщин хочется, конечно же, с ними бороться. И на самом деле вот эта вот технология на основе стволовых клеток растений, да, и трипептид-технология дают возможность нам бороться с образованием морщин. Клинически подтверждено, что морщин становится на 33% меньше. Это не значит, что их на треть стерло с лица земли. Это значит, что на самом деле морщины на треть выталкиваются изнутри. Вот вообще девиз серии «Экологен» – вытолкнуть морщинку изнутри. И для этого должны быть свои важные моменты. Есть еще один, вот если вы посмотрите внимательно на слайд, вы увидите, что написано «Увеличение производства собственного коллагена кожи на 200%». Я скажу, что это действие стволовых клеток семейства паслёновых непосредственно на клеточки фибробласты, которые синтезируют коллагеновые волокна. То есть это не было сделано на живом человеке, да? Это было исследование на клеточном уровне, когда искали эффективность стволовых клеток, то взяли стволовые клетки из семейства паслёновых и под микроскопом посмотрели воздействие на фибробласты. Представляете, да, когда увидели, что фибробласты начинают на 200% быть более активными и синтезировать свой собственный молодой коллаген. Вот эти вот ниточки, вот эти пружиночки, которые помогают. И когда стволовые клетки семейства паслёновых путем экстрагирования поместили в баночку с кремом и потестировали на коже человека, вот на человеке, скажем, тогда выяснилось, что само косметическое средство и вся серия эффективна и выталкивает морщины на 33%. Вот чтобы вы понимали, есть исследования на клетке под микроскопом, и это 200%. И есть исследование на коже, клинически доказанный и подтвержденный результат, это 33%. Еще один очень важный момент, что на самом деле скажу, что 33% это
клинически подтвержденный результат за определенное время. Вы не можете получить такой чудодейственный эликсир, который нанесли на лицо и реально получили эффект сразу же максимальный. Такого не может быть и такого не получится, потому что любая система, она должна иметь свой эффект накопления. От первого раза можно увидеть сияющую кожу, можно почувствовать текстуру, можно услышать, насколько кожа мягкая, красивая, как она быстро адаптируется к комфорту. Ну, ни для кого не секрет, что мы всех любим комфорт, кожа не исключение. Первое, что скажет вам, что ей некомфортно, ей некомфортно от недосыпов, ей некомфортно от неправильного ухода, первым вам скажет кожа. И поэтому вот вы сами увидите вот от первого результата. А эффект уже морщинок становится меньше, получится через 12 недель после использования. И поэтому это один из важных методов пояснить и объяснить нашим клиентам, почему важно пользоваться и когда можно ожидать результат. То есть есть результат с первого раза, есть результат со второго. Мы всегда с вами говорим, что NovAge – это стволовые клетки растений и растительный комплекс. И вот здесь вот в серии NovAge коллаген с растительным комплексом выступает один из самых эффективных компонентов, которые были в коллаген всегда. Потому как эту серию я помню с 2004 года, это трипептид-технология. Это три пептида, которые вместе, вот три вместе совмещенных, усиливают синтез коллагеновых волокон. Это очень важно. Три пептида – это выделенные из экстракта риса, из экстракта пшеницы, из экстракта дрожжей. Вот все они вместе, да, вот по одному они каждый как-то воздействуют на саму клеточку нашей кожи. Но вот вместе они дают достаточно потрясающий результат, их эффективность действительно доказана. И именно с трипептид-технологией коллаген вышел на рынок и помогал женщинам бороться с морщинками. И представляете, есть стволовые клетки растений, семейства посленовых, есть трипептид-технология, которые вместе дают вот ту гарантию гладкой кожи и тот эффект, который мы с вами хотим. Поэтому обязательно обращаю ваше внимание на то, что если волнует женщину, а женщину может волновать образование морщин, то никакой жидкий коллаген, никакой коллаген в креме, он не будет максимально эффективным. Ну, если мы говорим о том, что коллаген содержится в креме, вы должны понимать, что коллаген – это белок животного происхождения. И я всегда буду говорить об этом, да, почему? Потому что белок животного происхождения – это вот как куриное яйцо, отварите его и отломите белок. И вот если вот прям совсем грубо говоря, вотрите в кожу белок куриного яйца отварного. Сильно впитывается? Нет. Точно так же не сильно впитывается абсолютно сырой белок куриного яйца. Он тоже останется на лице блестящим пятном или соплей, грубо говоря, сказала бы я. Жидкий коллаген, он может усваиваться, но процент усваиваемости безумно маленький. Всего лишь 20%, и все зависит от уровня, от степени зашлакованности организма. Тут как бы все взаимосвязано. И вот тут вот к нам важно понимать, что должна быть такая серия, которая поможет максимально эффективно синтезировать свои молодые коллагеновые волокна. И вот благодаря стволовым клеткам растений семейства посленовых, благодаря трипептид-технологии, мы получаем достаточно хороший результат. Мы помогаем клеточкам-фибробластам в коже синтезировать свои молодые пружинки, молодые коллагеновые волокна, которые будут выталкивать морщинки изнутри. Ну, а мы с вами продолжаем дальше. И вот тот информационный минимум, который нужно знать,
И важно знать, что на самом деле результат мы получаем, видимый, вот тот измеримый результат, это 12 недель использования серии, что на 33% выталкивает морщинки, что было исследование на клетке фибробласте под микроскопом, исследование стволовых клеток растений, было установлено, что производство коллагена клеткой фибробластом увеличивается на 200%, и, конечно же, очищение, вернее, весь комплекс процедур, 5 продуктов, 4 волшебных шага, это в 7 раз эффективнее. Вот просто об этом нужно говорить и об этом нужно не забывать. Серия Novage Ultimate Lift. Скажу, что это моя самая любимая серия. Это серия, которая помогает решить вопрос потери упругости, в том числе и образование морщин, но скажем так, что на каждом этапе у женщины появляется все больше видимых спецэффектов на лице, да, какой-то новый тюнинг. И если говорить о том, что в молодой коже это будут какие-то расширенные поры и тусклая кожа, то в возрасте после 30-35 это морщинки, в возрасте после 40 это к морщинкам добавляется новый спецэффект оплывания вала лица, дальше становится гиперпигментация и так далее. То есть каждый раз мы что-то видим новое, нам подкидывают новые сюрпризы наша кожа. Но тем не менее, оплывание вала лица тоже можно замедлить. Можно замедлить совершенно разными, как сказать, способами. Можно туго завязать хвостик и все время улыбаться, а можно использовать серии. Серии, которые помогают, действительно и дарят вообще лифтинг. И вот не зря на слайде вы видите, что это прорыв в антивозрастном лифтинг-уходе. Прорыв. Потому что именно этой серии, которая есть и патент, мы его получили очень быстро, буквально за один год, и результат достаточно высокий, на 70% выше лифтинг кожи. И все продукты, и текстуры, и ощущения, это все можно говорить, этой серии можно представить весь мир Oriflame. Абсолютно весь, со всеми его возможностями. Потому что первая возможность – это то, каких людей мы к себе притягиваем. А притягиваем мы к себе людей, себе подобных. И хотелось бы, конечно же, выглядеть моложе, для того, чтобы люди были такие же рядом. И поэтому, говоря о Novage Ultimate Lift, это возможность решать такую особенность, как потеря упругости. Это серия, которая содержит и растительные, и стволовые клетки среднеазиатского растения, такого как Будлея Давида. Это технология Спарталифта. Это не только потеря упругости, да, серия возвращает упругость кожи, но и борется с морщинками, то есть сокращает морщинки в коже. И поэтому тут хотела бы сказать о том, что появилась она не просто так. У нас любая серия, любой уход за кожей рождается от 4 до 9 лет исследований. Представьте себе. И серия Novage Ultimate Lift появлялась 7 лет. 7 лет исследовались клетки. Клетки растений, которые, как они воздействуют на клетки кожи. Было использовано 1000 активных ингредиентов. Вот это один из самых важных моментов. 1000 растительных компонентов исследовались на 30 000 генах красоты. 30 000 клеток, совершенно разных, разного возраста, разных, скажем, разных обладательниц, разных климатических условий. То есть мы хотели создать такую уникальную серию, которая бы помогла любой женщине, которую волнует проблема потери упругости, по всему земному шару. И это у нас появилась серия Novage Ultimate Lift. И тут вот скажу, что на самом деле вот не зря, это так, как раз то самое исследование, да, где проводилось исследование, и как мы видим, вообще нечеткие контуры на лице, вот какими они становятся, как быстро оплывает овал лица. И вот первое, если обратите внимание, что происходит, это опускается уголок губ. Причем уголок губ, уголок глаз, здесь не видно мочки уха, но я вам добавлю, что и мочки уха тоже начинают провисать.
И вот тут вот, конечно, есть важный момент, это использование вот таких вот, должно быть, эффективных продуктов, которые будут помогать клеткам вырабатывать собственные эластиновые волокна. И вот напомню об этом революционном открытии технологии Аспарталифт и том патенте, который мы получили. Почему? Потому что на самом деле Аспарталифт или в коже, да, если мы вернемся к коже, то скажу, что на самом деле вот этих вот клеточек фибробластов в коже, которые находятся в среднем слое в дерме, их становится с возрастом меньше. Клеточки погибают, а новые не рождаются. И для того, чтобы заставить фибробласты работать, но это должна быть какая-то усиленное воздействие, чтобы клеточка работала за себя и за того парня, скажем так, грубо говоря. И поэтому технология Аспарталифт помогла усилить гибкость фибробластов, то есть синтезировать синтез эластиновых волокон, как вроде они на 20 лет моложе. То есть максимально в два раза эффективнее. Это один из самых важных моментов. И упругость кожи стало заметно повышаться. И это было исследование на клеточках, на клеточном уровне. Ну и второй очень важный мощный экстракт стволовых клеток Будлея Давида, он помогает нам бороться с теми повреждениями, которые вызваны непосредственно слабым действием коллагеновых волокон. То есть кожа не держится, начинает провисать, а если провисает, то это сразу появляется морщина. И тут уж клинически доказанный результат, это сокращает глубокие морщины и обеспечивает хорошую антиоксидантную защиту. Вот. Говоря о том информационном минимуме, который важно знать, я скажу один очень важный момент, что в 7 лет потребовалось ученым, что 1000 активных растительных комплексов мы использовали на 30 тысячах клеточек, что мы получили потрясающий заявленный клинический результат, что на 70% более упругая, подтянутая кожа за 12 недель использования. Что мы получим после первого раза? Те, кто первый раз попробовал на себе серию NovAge Ultimate Lift, вы согласитесь со мной, потому что мы получаем сияющую кожу с узкими порами, безумно комфортную, приятно пахнущую и так далее. Это все визуальные положительные эмоции, которые заметны уже с первого нанесения. Но эффект, то, с чем боремся, доказано за 12 недель использования. И напоминаю, что эффект в 7 раз, когда мы используем целиком набор. Что с нами происходит с кожей в возрасте после 50, после 55? Наступает период менопаузы. И ни для кого не секрет, что именно в этот период, когда, ведь на самом деле клетки кожи очень сильно подвязаны к женскому гормону эстрогену. Очень сильно. Они чувствуют, эстроген стимулирует их обновляться, стимулирует их работать. А с возрастом, вот в период менопаузы, выработка эстрогена, да, женского полового гормона, она замедляется. И на самом деле здесь один из таких вот важных моментов. Важно, чтобы клеточка работала. А как, если эстрогена в коже нет? Должны быть очень мощные активные компоненты, которые по действию эстрогена будут очень сильно помогать и очень сильно будут толкать клеточку двигаться. И вот тут у вас есть очень важные моменты. Это стволовые клетки подорожника, латинское название Plantago lanceolata. Здесь сохраняется наш замечательный генистеин сои, который вот прям как фитоэстроген помогает клеточкам бороться. И мы видим массу тех проблем, которые вот связаны с отсутствием эстрогена. Это и гиперпигментация, и сухость кожи, и глубокие морщины, и провисание кожи. Вот тут вот в данном случае скажу, что с этим нужно бороться непосредственно этой серией. Потому что все это должно бороться, всем этим нужно бороться в комплексе. Напомню о том, что есть вот это исследование, о котором я говорила в начале нашей встречи, Age Reflect, исследование зрелой кожи показало, что в период менопаузы кожа гораздо быстрее стареет. В период отсутствия эстрогена кожа быстрее стареет. И вот тут вот очень важно, чтобы кожа
получила мощный стимул и получала, да, чтобы ее кто-то толкал клеточки к работе, очень-очень важно правильно подобрать серию. И в данном случае правильно подобранная серия, это же, конечно, наша серия на VH Time Restore. Вот на этом слайде очень хорошо видно, как у нас работает эстроген, на каком он уровне в каждом этапе, как он постепенно снижается и какие у нас есть с вами варианты. Я знаю, что многие из нас сегодня присутствующих согласятся с той информацией, что на самом деле есть период и у женщин и мужчин, когда все процессы старения на коже уже произошли. И уже не важно, тебе 70 или 100, 102, потому что ты, в принципе, внешне выглядишь так же. Ну, хотелось бы, чтобы в 102 так, но вот от того, как ты выглядишь в 70, будет зависеть, как ты будешь выглядеть в 102. То есть я веду к чему? К тому, что уход, чем раньше он правильно подобранный начнется, тем больше шансов все равно, как бы не воздействовал, не влиял эстроген или его отсутствие на состояние нашей кожи, чтобы это было минимально незаметно, вот абсолютно минимально незаметно. И на это я обращаю ваше внимание. И в данном случае скажу, что в 2011 году у нас было опубликовано уникальное исследование. Это была совместная работа ученого совета Oriflame вместе с ученым советом университета Уппсала. И именно здесь, в этом исследовании, мы говорили о генистеине сои, мы говорили о воздействии таких активных растительных компонентах, которые бы помогали по своему действию, были как фитоэстрогены, помогали зрелой коже справиться с проблемами, периодами на паузу. Вот просто помогали. Это исследование было опубликовано и принято абсолютно всем миром. Итак, я напомню, что такое генистеин сои. На самом деле скажу, что генистеин сои – это патент только на название, потому что соевый протеин, соя очень часто используется как в косметологии, и мы запатентировать сам продукт не можем, это как воздух запатентировать. Но мы запатентовали генистеин сои давно, это инкапсулированная форма, которая и помогает вырабатывать собственный коллаген кожи, она обеспечивает клеточное дыхание, она обеспечивает увлажнение, она обеспечивает, вот она борется с потерей упругости. Генистеин сои обладает антиоксидантной защитой, это очень важно. Мы усилили серию стволовыми клетками Плантаго ланцеолата, стволовыми клетками подорожника. Почему? Потому что именно они, эти стволовые клеточки, непосредственно экстракты стволовых клеточек, дополнительно помогают синтезировать коллагеновые, эластиновые волокна в коже клеточкам нашим. И это значит, что, ну и плюс, они еще и работают на уровне пигментации. Но эта серия еще и усилена еще одними важными компонентами. Какими? Серия просто обогащена гиалуроновой кислотой, это очень важно, потому что гиалуроновая кислота – это хранительница молодости нашей кожи, это влага. И нашей коже влага нужна. И для того, чтобы гиалуроновая кислота вошла, в этой серии есть два вида натуральных масел. Одно, по-моему, персиковое, а второе – черной смородины. И на самом деле эти два масла закрывают кожу, вот гиалуроновая кислота вошла, закрывают кожу, чтобы она не вышла, чтобы максимально усилить увлажнение изнутри. И еще один важный момент – это корень солодки. Это как раз вот тот самый момент борьбы с возрастной пигментацией, с той, которая вот непосредственно мешает нам вот эти вот пигментные пятнышки в этом самом интересном возрасте. И когда вы, госпожа Малахметова, мне в чате написали, как бороться и с проблемами обвисание кожи и с проблемами непосредственно гиперпигментации, я скажу, что решение есть, и это весь комплекс серия NovAge Time Restore.
То есть я обращаю внимание именно на эту серию. Какие есть интересные данные у нее? Ну, во-первых, на самом деле было исследование, было потребительское тестирование, да, которое проводилось на женщинах в течение 6 недель, что на 94% женщин подтверждают лучшее состояние кожи. Здесь есть исследование, что вы априори становитесь моложе, но о нем здесь не написали. Здесь есть, ученые доказали, да, что состояние зрелой кожи улучшается, то есть кожа улучшается в 4 раза, это клинически был доказанный результат. Мне как раз, я впервые вам читаю эту презентацию, мне есть как обратиться, потому что здесь не написали о клинических результатах. И очень важно, чтобы вы напоминали о том, что именно благодаря этой серии, благодаря составу генистеин сои, в 2011 году была научная публикация о том, что можно бороться с проблемами кожи после менопаузы, что можно сделать женщину моложе даже тогда, когда все клеточки засыпают и не хотят бороться. Вот об этом стоит, об этом очень важно говорить. И, конечно, как не обратить внимание на наших мужчин? Я уверена, что они сейчас где-то есть рядышком. Я уверена, что они будут с нами вот, на протяжении всего вебинара. Но я хотела бы сказать о том, что у мужчин гораздо все проще. Почему? Потому что у них должно быть одно мыло, которым моется лицо, голова и ноги. У них должен быть один продукт универсальный, которым можно увлажнить руки, потому что на улице мороз, и заодно и лицо увлажнить. То есть у мужчины должно быть все быстро, должно быть все просто. Но наши мужчины сегодня, современные мужчины, хотят, чтобы все было эффективно. И поэтому уже, если уж крем для рук, то хотелось бы понимать, какой в нем состав или хотя бы какой бренд, какая марка. Если уж мыло, то хотелось бы, чтобы оно не сушило лицо, и да, и лицо наше не мужское, не наше, мужское не обветривалось. То есть вот эти вот все продукты, все компоненты или все требования современного мужского рынка, они действительно очень-очень востребованы. И на самом деле сегодня наш современный мужчина не готов идти в торговый центр или не готов идти куда-то в специализированные косметологические магазины или отделы, потому что он не готов слушать массу информации или просто так он не готов ее выбирать. Очень важно, чтобы только близкий человек смог порекомендовать. Очень важно подарить и сказать, что тебе это нужно. Вот просто тебе это нужно. И на самом деле серия Novage Man – это и энергия для кожи, и сразу же антивозрастной эффект. Тем более напомню на минуточку, что мужская кожа же очень сильно отличается от женской. И они хотят абсолютно свой уход, правильный, подобранный. И вот здесь вот все для мужских потребностей. То есть 4 шага. 4 продукта, легкая навигация, квадратики, все это видно на упаковках, дозаторы, то есть легкие быстровпитывающие текстуры из-за жирности мужского лица. Все это есть непосредственно в мужской серии Novage Man. И на самом деле, говоря вот об этих и 4 простых шагах, и 4 продуктах, я хотела бы, чтобы мы обратили внимание еще на ингредиентный состав. Ведь на самом деле мужская кожа, она ж, я уже говорила, она отличается от женской, и процесс старение у них идет совершенно по другому сценарию. Но я хотела бы, чтобы мы с вами вспомнили, что женщины начинают видеть первые признаки старения после 20-25 лет, ну, в 25 они уже есть, а мужчины видят их после 35. За счет плотности кожи, за счет жирности кожи, за счет того, что в коже очень много сальных желез, волосяных желез, вот она очень совершенно другая, у нее качество кожи другое. Вот вы женскую щечку потяните в сторону и мужскую, женская будет медленно восстанавливаться, а мужская будет пришлепывать обратно, да, с большой скоростью, потому что на самом деле это очень важный момент. И говоря о мужской коже и как коже подарить энергию и сохранить вот тот антивозрастной эффект и замедлить процессы старения в мужской коже, поможет только мужская серия с мужскими продуктами. Наши мужчины любят умываться.
И я уверена, что если провести социологический опрос всемирный, то не будет ни одного человека, который скажет, что я люблю удалять загрязнения посредством молочка, ватного диска и всего остального. Это некомфортно мужской коже, это некомфортно делать мужчине. Поэтому очищение как раз то самое важное. Причем скажу, что очищение рекомендовано и утром, и вечером, потому что те сальные железы, которые работали в течение целого дня, прикрепили на коже такое огромное количество грязи, пыли, городского смога и всего остального, что вечером однозначно нужно смыть лицо. Утром нужно умываться, потому что за ночь кожное сало выделилось хорошо, и лицо блестит. Но в очищающем геле, да, в средстве для умывания и в скрабе 2 в 1, есть две важных, вернее, да, две важных опции. Во-первых, здесь есть стволовые клетки кофейного дерева, экстракт стволовых клеток. Здесь есть антиоксидантная защита за счет экстракта гинго-биллоба. Ну и важный момент. Этот гель черного цвета за счет того, что в нем содержится японский уголь. И именно он, этот японский уголь, он дает возможность мужской коже максимально очистить лицо вот от поверхности, от сальных, вот этих вот сального секрета на лице. Это вот максимальный эффект, максимальное очищение. И поэтому очень важно, чтобы этот продукт стоял для мужчины впереди всех, рядом с рукомойником, умывальником и так далее. Шаг второй – уход за кожей вокруг глаз. Тут как ни крути, но у мужчин тоже достаточно проблем непосредственно в этой зоне, потому как самое деликатное стареет быстрее и морщины там появляются быстрее. И вот тут вот тонизирующий гель содержит металлический аппликатор, охлаждающий эффект. Безумно комфортно, никто из мужчин пальчиком по векам хлопать не будет. Просто достаточно увлажнить, достаточно провести колесико вокруг одного глаза, колесико вокруг второго глаза, и мы с вами получаем хороший, вернее, они получают эффект, они получают хорошие, потрясающие результаты. Третий шаг – это энергосыворотка, увлажняющая энергосыворотка, безумно легкая, безумно быстро впитывается, очень комфортно и максимально содержит в себе максимальное количество стволовых, экстрагированных активных компонентов стволовых клеток кофейного дерева, содержит экстракт гинго-биллоба, вот максимальное количество для того, чтобы просто насытить и просто обогатить кожу энергией, взбодрить ее, и обязательно должно быть закрыто увлажняющим вот таким вот продуктом, как увлажняющий гель-крем. У него гелевая текстура, его можно использовать как утром, так и вечером. Причем в большинстве случаев наши мужчины не любят вечером что-то наносить, они любят наносить это утром, поэтому обязательно используйте. И я хотела бы напомнить о том, что уже наступил период холодов. И если ваш мужчина не использует косметические средства на лице, то я уверена, что вы не слепые, и вы увидите, как шелушится кожа на верхней скуле под глазами, как шелушится кожа на лбу. А это значит, что это первый признак того, что коже недостаточно увлажнения, что обязательно на лице должно быть увлажняющее средство. И поэтому увлажняющий гель-крем против старения мужской кожи Novage Man тоже должен быть на мужском туалетном столике. Хотя бы утром. Вот просто хотя бы утром. Ну и говоря о научных достижениях, конечно же, я хотела бы немножечко вам рассказать о тех стволовых клетках, экстрактах, которые содержатся непосредственно в этой серии. Итак, давайте по порядку. Экстракт стволовых клеток кофейного дерева. Что он делает? Он повышает, во-первых, энергию клеток кожи. Что это значит? Это значит, клетки с большой, вот, грубо говоря, да, с бодростью начинают вот обменные процессы, обновления на клеточном уровне. Мало того, это мощное антивозрастное воздействие, потому как здесь и эти экстрагированные активные компоненты стволовых клеток, они защищают кожу от образования морщин и потери тургора, то есть плотности кожи, чтобы кожа была более эластичная, то есть сохраняет. Плюс, опять, еще есть третий эффект у этого компонента – это антиоксидантная защита. Защита кожи от негативного воздействия окружающей среды.
если мы будем говорить об экстракте баобаба, да, ой, я говорила гинга билоба, шучу, экстракт баобаба, то здесь скажу, что на самом деле это способность максимально увлажнять кожу. Вот неважно какой тип. У наших мужчин всегда жирные, но это максимально легкое, комфортное увлажнение обеспечивается благодаря экстракту баобаба. Мало того, это мощнейший антиоксидант, который защищает клеточки от разрушений. То есть два этих компонента и плюс в очищающем средстве, да, средстве для умывания 2 в 1 на Вейджмен содержится японский уголь, поэтому он черного цвета. Безумно комфортно, и это как бы один из таких вот важных моментов, на которые обращаю внимание. Какие мы получаем результаты после использования? Сохраняется увлажнение, если вы делаете, если наш мужчина делает эти процедуры как минимум утром и вечером, ну хотя бы утром всегда, то ощущение увлажнения сохраняется на 24 часа. Что безумно легкие, нелипкие текстуры вот нанес и впиталось. И выглядит кожа не помятой, не обрюзшей, выглядит хорошо, как вроде мужчина наш спал 10 часов. Поверьте, у нас ни одной разработки для женщин нет такой, чтобы нам обеспечивали отдохнувшее лицо после сна 10 часов. Вот маска ночная восстанавливающая обеспечивает отдых как после 8 часов, а у мужчин как после 10. Вот это вот как бы один из таких интересных моментов. И доказана эффективность, что сокращаются морщины, что выравнивается поверхность кожи, что улучшается, повышается эластичность, вообще улучшается качество непосредственно мужского лица. И есть свои результаты. Есть потребительское тестирование, где 98% мужчин подтвердили увлажнение, комфортное увлажнение и ровный тон, что есть 24 часа клинически доказанное поддержание увлажненности кожи, что серия NovageMan создана специально для мужской кожи, согласно всем, начиная от строения, заканчивая всех ее потребностей. И, в принципе, я готова в завершении ответить на все ваши вопросы, но я начну по порядку. Почему? Потому что у нас нет здесь дополнительных продуктов серии NovAge, у нас есть только все наборы. Вот поэтому по порядку я расскажу. Итак, Надежда, подскажите, когда делаем маску или скраб? Раньше это было между тоником, раньше после маски тоник, потом крем, а сейчас, когда умывание 2 в 1. После масок сразу крем без тонизирования. Значит, так. После первого шага, который содержит в себе смарт-очищение и тонизирование, 2 в 1, вы можете наносить маску, вы можете наносить скраб только в разные дни. Потом вы это дело все смываете с лица. Потом вы наносите сыворотку поверх. И только потом вы наносите крем. То есть у вас в мысли были правильные, но у вас не хватило одного продукта, сыворотки. Поэтому не забудьте. По поводу эссенции. Увлажняющая эссенция для лица NovAge – это еще один уровень увлажнения кожи. Это называется high level, высокий уровень. Это возможность еще больше увлажнить лицо. Эссенция наносится после первого шага очищения. Нанесли эссенцию, потом нанесли сыворотку, а потом нанесли свой дневной или ночной крем. Эссенция используется как утром, так и вечером. Это еще один важный момент. И эссенция использоваться может как в возрасте 20, так и в возрасте 70. Она не относится к шагам, она относится к уровню ухода за кожей, к эффективности ухода за лицом. Понимаете, да? А теперь, друзья мои, я с огромным удовольствием хочу вам раскрыть слайды, чтобы вы уже буквально после сегодняшней нашей встречи вы видите. По слайдам эссенция не тоник. Это не тоник. Ребят, эссенция наносится пальчиками. На ней можно написать, вот, Светлана, я с вами не согласна, вы неправильную даете информацию.
Эссенция – это увлажняющая вода, это не тоник, это, она не тонизирует кожу. Ее нужно носить пальчиками, распределять как сыворотку. У нее действие, как у сыворотки, это между водой и гелем среднее. А, это вопрос, извините, я уже плохо вижу. Это действие, вот по действию как сыворотка, но вот по текстуре как сыворотка, но действие совершенно другое. Это максимальное увлажнение. Здесь тоник вообще ни при чем. Вы, вот очищение, вы использовали средства 2 в одном, очищение и тоник. Сверху нанесли сыворотку, нанесли пальчиками до полного впитывания. Далее вы нанесли сыворотку, и только потом ночной крем и дневной. Что делает эссенция? Увлажняет максимально, напитана, напичкана, прям в ней прям много напихано, прям, другими словами не могу сказать, гиалуроновой кислоты. Это очень важно для молодости кожи, очень важно. Где взять слайды? Под слайдами вы видите BA, это называется Beauty Академия. Novage, 2018 год. Получила ее на прошлой неделе. Сегодня для вас прочитала. Вторая дискетка «Сохранить презентацию на компьютер». Скидывайте, не откладывайте и уже завтра говорите информацию про Novage. Отлично. Вопросы еще есть? Спасибо большое, спасибо. Но если вопросов нету, то ответов тоже нету. Я всех тоже поздравляю с завершением нашего вебинара. Мы отлично провели время. Большое вам спасибо за внимание. Но я хотела бы вам еще раз напомнить, что мы вернемся с информацией о дополнительных продуктах Novage. То есть внесем еще раз в Академию и, возможно, в следующем каталоге, может быть, отдельно я дополнительных продуктах проведу вебинар, вот отдельно все это будет. Ну, а запись следите за объявлениями в Telegram. Всех обнимаю, целую, все, до скорой встречи, пока!